Знаете, надо мне засеять про Майнкрафт. Всем привет, с вами Спанч Боб. И как вы поняли, я сейчас буду играть в Майнкрафт. И это никакой не обзор модов, не надо ни о чем думать. Обзоры модов будут, но попозже. Сейчас все скажут, что как бы... Я не знаю. Сейчас все скажут, что я украл идею ассасина. Но мне тоже хочется снять, почему бы и нет. Ассасин, напиши мне в комментариях, можно ли снимать? И все-таки я пусть заброшу играть этот Майнкрафт. И будешь играть только ты. Ну а поехали, я буду играть с модами. Со всеми модами, которые у меня были. Но поэтому не обращайте внимания, уже забыл все крафты. Что я уже не знаю, когда заходил последний раз в Майнкрафт. Так что все крафты я забыл. Всех этих модов. А хотя есть книжка, но которую я тоже не помню, как крафтить. Так, мы создаем новый мир. Вот так. Создаем новый мир. Так, что уже мы найдем? Ну, следующая серия у меня будет уже с скином, либо с Вандермена, либо с Спанч Боба. Ну да, забыл сказать, у меня стоит текстур пак, хотя... Я уже забыл, потому что я уже говорил это в какой-то серии обзора модов. Хотя уже давно снимал моды, поэтому я уже все забыл. Можно потом даже посмотреть крафт этих модов, которые установил. Назовем как телепортаторы. New update. Available for Tefado Teleporter. Зачем? Ну что могут добавить этот телепортер? Какой мод, скажи? Что они могут добавить этот телепортер? Что-то еще, блин? Что я могу добавить вот это? А, ну да, это чтобы создать пирожки. Походу, состригать. Я ж не знаю. Я это не видел. Я ж играю на плоском мире, я такого не видел. Когда я обзорил моды. Уж меня простыды. Я даже не знаю. Так, у нас тут камень. Давайте немного осыпаем. О, свинки. Вот это мне повезло с самого начала. Это маленький свинья, что это не маленький? Что это такое? О май гад! О, что это такое? Это, походу, у нас деревья, давайте срубим эту штуку. Нет? Шесть минут делать надо. Сейчас поубиваю всех свиней. Эй. Свинки. Свинки. Походу, зарисы. Подождите, сейчас призыду. Боже мой. Сначала надо сделать дерево, что я делаю. Ну, вообще доски я имею в виду.
дерево, че уже вообще какой-то уже шприц. Я уже забыл, что это палки. Палка это шприц, капец. Кажется, это текстура пак провализации, если не ошибаюсь. Четыре шприца, из которых мы разделим деревянный меч. Поехали. Душ, тебя убить? Ладно, я жалко, я дай вот это, дайте вот это убьем. Ай. Ушла на удар. Тупая такая, смотрела на меня, почини. Блин, а он убегает еще. Плохое, кунка, плохое, плохое. Только мясо свое, выброси в пещеру, начнем плюс в пещеру. Да, ну, походу нам можно проделать местечко. Нет, у нас еще недостаточно досок. Надо еще сделать топор. Делай верстак. Ну, верстак, я забыл верстак. Ай, оно... Нет, вот. Сейчас давайте быстро сходим топор. И быстро сходим. Топор. А, с помощью палок, чё? А, нет, а вот это не так, это уже с помощью, кажется, досок. Ну чё, я уже забыл весь Майнкрафт, вообще уже. Не знаю, надо же, кому будет интересно смотреть. Интересно смотреть ассасина, ибо у него голос получше, чем у меня. Да и все, и у него как-то получается, у меня шутки есть, например. Есть два, свет. У меня никаких шуток нету. Так что мои я. Вот я его очень скучнее. Очень скучнее. Я уже пытаюсь хотя бы разорить эту тупую обстановку. Блин, не ступал. Тогда что? Нет, не будем убить, что-то растет. Обозрел. Сейчас начнем строить. Верстак у меня. Все, гай. Так, это очень маленькое дерево. Ну, ладно. Шурай уже строить дом. Наверное. Ну, хотя бы уже было заготовку. Блин, столько деревьев, даже не знаю, типа, ну, я, конечно же, не буду строить дом на дереве. В пещере жить пока что еще не собираюсь. Тут как-то вбиваться есть. Блин, надо придется, конечно, мне кажется, мне жить на болотах. Это же болото, я думаю, похоже, это болото. Окей, давайте начнем строить наш дом. А, может, мне все-таки выключить запись? Нет. Ну, все-таки давайте оставим запись. Давайте вот. Будем строить. Будет у нас не маленький. С самого начала я сделал большой дом. Не хватало. Ибо я хочу в своем доме сделать пещеру. Что будет очень даже непросто. Так, листву мы сейчас уберем. Так быстро ломается такой, хотя он, конечно, деревянный. Так, попаду в пещеру. Буду делать каменный, блин, топор. Я пока висит на дереве. Я кручу, блин. Ладно, я шучу. Я король шутеров. Никого я обманываю. Я все-таки наполовину король шутеров. Что я очень даже неплохо их играю. А вот, например, ассасин король стратегии. Так, походу у нас будет не просто домик, у нас будет особняк какой-то. Так, а тут нам придется. Даже не знаю, что нам придется делать. Нам придется как-то тут что-то вложить. Ух ты, а это что еще? Это дерево. О! Кто здесь?
Добрый. Ифриты? Это свинья? Кто подо мной? Подождите. Подождите, стойте. Сложно слушать играть. Нет, я буду нормально играть. Я вообще что создал? Блин, мне страшно, не хочу. Не хочу я. Все-таки может. Я могу моду выключать? Слушайте, мне кажется, что это тут мод. Ну, бывает, я такое обозревал, где была какая-то там рыба. Были какие-то... Ну, ты помните мод про мобов? Там был какой-то... Помните, какой-то рыба там был? Это, кажется, тут, помните, сиреневые зомби? Помните, там был какой-то зомби-хаук, так далее? Блин, мне страшно теперь. Походу, придется удалить этот мод. Если кого-то убили ночью из этих монстров, то мне придется удалить этот мод. Подождите. Это деревня! Ой, палки. Блин, наконец. О! О, боже мой. Деревня. О, боже мой, какой везучий. Я везучий ассасин, походу, в этой игре. Я сразу нашел уже деревню. Нет, я не против. Нет, я не против ассасина, он тоже неплохо играет. Но, блин, я нашел целую деревню. Так это можно... Ой. Ой, боже мой. Тут. Где мои семена? Мои сюда. Сюда я потоптал, походу. Она без воды почему-то. Ой, пшеница упала. Блин, я сразу же нашел деревню. Вот это я везунчика. Прямо напишите мне в комментариях, везучий я. Нет, может я конечно, не до конца посмотрел видео со стороны. Сейчас я сниму и это смотрю. Может, я тоже нашел уже деревню, но блин. Нет, пока что пшеница не очень нужна. Вот у меня есть верстак, а у меня есть верстак. Сейчас я скрафчу себе буду потом. О, да, помним все мы это. А что такое? Так пока. Руки. Вот конусы мои, вы живите. Значит, таки вот это оставим один. Ой, нет, если честно. Ладно, не оставим. Уже темнеет. А я уже даже позабыл, где мой домик, где я там его оставил. Сейчас я скушаю хлебушка, потом поищем его. Заготовочку. На следующий день же сразу не найду. Я потерял свою заготовку. Оп. Чё? Годзилла. Подождите, кто там плавал? Я куда видел? И? Нет, это точно не тут. У меня тут не было Годзиллы никакой. Я знаю, как я убью, конечно, Годзиллу. У меня уже есть план, с помощью лука я ее убью. Но мне нужно подготовиться к этому. Мастер сет, броника. Будет уже даже не в первой, не во второй, не в третьей части. Хотя, может, даже если мне пойдет, я во второй части уже найду алмаз. Так, сейчас дерево поищем ее. Наготовочку, иначе, если найду ее, то придется жить у меня в деревне пока что. Хотя, может, все-таки я пройду всю свою деревню. Ой, блин, кто меня ударил? Знаете, ну, нет, я уже потерял свою деревню, что ли? Нет, я не мог ее потерять, она вон в пещерниках. Я могу в деревню, все, я больше не хочу искать. Не страшно. Где мой деревья? Все, вот она, все, я убираю дом житья, все. Да ну это мою заготовку, еще лучше сделаю домик. Так, она сейчас будет сейчас немного порублю камни. А, у меня ж нету. Ладно, под рукой их рубить. Нет, это будет очень долго. Где мой верстак? Где мой верстак? Верстак! Да я делаю верстак. Ну блин, это какой же нуб. Давайте сейчас пойдем спать и закончим эту серию, наверное. Все-таки. А, нет, узнаю. Все-таки это, конечно, серия получилась никакая. Давайте еще немного поиграем. What the hell? What the fuck?
Чё это за бред? Лаги. Все. Давай, собирайся, собирайся. Все, наконец-то фак. Так, наконец-то. О, не подал. Подсвечек. Сейчас. Быстро скрафтим. Может, мы даже не скрафтим. Не скрафтим. Нет, пока что еще не в шахту нам пора. Пожалуйста. Здесь там какие-то чучела. Да? Давай, это из происторки. Да блин, опять лагает. Да все, я пошел домой. А то мне еще нет дома, сейчас буду убирать. Я тебя зову, просто сейчас придется мне. А я так сейчас сама. Сначала мы должны еще делать палку. Дома я, конечно, делать буду. Но уже не в этой серии, уже в следующей серии я буду делать дом. Камера. Уже сразу сюда сирены получаем. Это все, что мы пока что можем сделать, даже так прямо все. Так вот, мне кажется, мне уже надо все-таки овец найти. Но нет, я уже в этой серии не буду искать. А, часы-таки уже ночь, да? А часы-таки, да, все-таки пора закончить эту серию, хотя она получилась удылой немного. Отдувание дерева. Но она получилась находчивой. Хотя, ну просто мне не хочется продолжать из-за того, что ночь. Это пока я там буду сидеть, смотреть, какие буду ночи проводить. Хотя я еще раз не покупаю. Покопаю. Ну, эта серия, ну, следующая серия выйдет, ну, фактически сразу после этой серии. Не сразу же, но фактически. Да блин, лагает. Лагает жестоко. Давай еще там божник, ухожу отсюда. Лаги тоже давай, давай, забирайся, забирайся, мы тут думаем, Так, я буду наш так. Я там очень много пишу, еще лагает. Конечно, очень радующий. Я надеюсь, что будет. А где мой верстак-то? А это можно заканчивать. Так, уже серия получилась никакая. Нет, все-таки еще хочу выбрать в этой серии комнату, сделать себе печку, поставить. Ага, у меня нету угля. А ничего, сейчас свои доски пожарю. Блин, ну пожалуйста, я хочу сделать себе печь. Да блин, ну хватит лагать, это была моя игрушечка. Блин, давай, перестань. Пожалуйста, пожалуйста. До 8 я пока что божечка, да? И 6, я уже забыл. Да блин. Фу! Сейчас
Средний. Может, его хватит уже? Нет, нужно еще одну. Хорошо, скажи мне, что этого уже хватит. Скажи, что не говорите, что перебор. Где? Будет ему верить. Так. Ноу! Эй. Давай. Давай, забирайся. Забирайся. Да забирайся, что тебе... Забирайся. Чё? Фу-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 у
И она уже тут. Блин. О, все, наконец-то. Слава богу, слава богу, слава богу, слава богу. Ты никогда не вырвется, да? Да. 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 Да, блин. О. Давай. Думаю, я тебе это дело. Я хочу закончить серию. Серию. Да. Все. Все. Идите, мне кажется. Спокойствие. И сестры, то успокойствие. Так. Пора выбирать себе дом. Но у этого нет двери. Слушай, а тут есть наковальня? Поищем наковальню, может, она тут есть. Не, не повезло, мне кажется, с наковальней. Но, может, она тут есть. Может, это... Подождите, это наковальня. Но в нее нет входа. Классное наковальня. Там сундук просто стоит, потому что... А нет, это не наковальня. И там есть проход. Ну, прямо не там. Но, все-таки, наверное, там нет ничего. Это просто сундук, но... Я уже выбрал место жить, я буду жить и там. Ну да! Вырвалась. Да. Быстро, профессор! Профессор! Что делать? Я зашел. Не, это был не сундук, это был верстак, походу. Да, это был верстак, не будет никакого сундука. Эх, походу, все-таки у них нет наковальни. Я все-таки уже жить тише придумал там. Может, наковальни подождите? Нет, не да. Походу, наковальни. Нет, это два дома в одном. Боже мой, до чего эта деревня докосилась? Этим свойство. Что-то поставил мой дом рядом с моим домом. Блин, ладно, все, походу, сейчас я быстро должен найти свой дом, иначе серия будет 30 часов 30. Блин. Не могу найти нормальный себе дом. Вот тут, например, тут... Нет. Блин, найди мне нормальный дом, пожалуйста. Я хочу уже закончить эту серию. Дом выглядит нормально, но для него двери почему-то не вижу. Интересно же, почему? Нет, я вижу дверь. Все хорошо. У меня был песчаник, да, у меня был песчаник. Украсим все. Все-таки не все. Давайте сунем. Тут уже лопата. I know it. Да! Пожалуйста, если срубишь, то я уже не буду. Суду. Все. Этого достаточно. А вот, кстати, если с вами есть печеньки пригодится. Давай. Нет. Еда. Нет! Я не знаю, как открыть видео. Если бы я смогу это делать, буду его ускорить. Но опять. Все. А кровать? Не, ну ладно. Потом себе построю кровать, потом... О, да. Верстак.
Дайте мне уже нормально закончить серию Лосу Майера. И забыл это сделать. Забыл то сделать. А-а-а! Я все-таки, знаете, уже закончил. На серии сейчас сняли уже верстак, то все. Следующий серии уже найдем его. Уже зомби появились. Овцы. Это не овцы. О, нет, это волк. Это не паук, это две овцы. Не топтифайно. Нет. Все. И у меня он был. Нет, у меня его нет. Сейчас вот возьму, скачу другой верстак, потом буду бегать по деревне и найду свой старый верстак. Ну что это, что из этого получится? А в следующей серии уже все подготовил. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я голодаю. У меня, короче, моя жизнь зависит от вас. Если вы напишите, что вам нравится, то я уже не буду указывать. Если только напишите, если вам понравится, то я выложу вторую часть. Вообще я буду снимать ее сразу же. Ой, это я на даче, поэтому видео будет заходить редко. Кто бы не знает. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк на канал, подписывайтесь на канал и т.д. Пока.